Всем привет! Сегодня приготовим тарт из слоеного теста и мандаринов. Это праздничный десерт всего из 5 ингредиентов. Кому интересно, оставайтесь со мной и начнем. В неглубокую посуду, кастрюльку, берем 4 пакетика сухой смеси ванильного пудинга. Он по 35 грамм. Всего получается 140. Берем сахара 100 грамм, ванилина 1 пачечку, 1,5 грамма. И молоко 1 литр. Вливая молоко, не забываем хорошо перемешивать венчиком, чтобы не образовались комочки, чтобы жидкость была такая вот однородная. Затем кастрюлю ставим на огонь, постоянно перемешиваем, доводим до кипения, и пока не загустеет масса, будем перемешивать. Затем выключаем огонь. Ставим в холодное место и остужаем. На 30 минут это будет достаточно. Теперь берем размороженное слоеное тесто, раскатываем его на пергаментной бумаге и вместе с пергаментной бумагой укладываем в форму. В форму кладем остывший пудинг и все-все разравниваем лопаткой. Сверху укладываем очищенные мандариновые дольки. У меня ушло в очищенном виде примерно 400 грамм. Края теста со всех сторон подворачиваем. Пергаментную бумагу можно отделить. Сверху тесто ничем смазывать не нужно. Пирог зарумянится и будет красивый и так. Теперь пирог ставим в духовку. Разогрету на 180 градусов на 45 минут. Пирог, мандариновый тарт готов. И можно звать гостей, семью, соседей. Но не забываем дать этому праздничному десерту остыть. Посмотрите, какая красота получилась. Румяная, хрустящая корочка слоеного теста так и манит к себе. Сверху тарт не забудьте посыпать сахарной пудрой. Так он будет еще выглядеть вкуснее, нарядней, прям по-зимнему. Теперь тарт можно разрезать и посмотреть, какой же он нежный и красивый получился внутри. Какой яркий и праздничный снаружи. Таким десертом можно наслаждаться каждый день, и он не надоест. Нежная, в меру сладкая начинка. Сверху сочные сладкие мандарины. Но это ли не вкуснятина? Просто объедение. И взрослым, и детям такой мандариновый десерт очень понравится. Порадует и людей в возрасте, потому что он мягкий и нежный. Его можно кушать с любым напитком, с чаем, молоком, с кофе. Всем приятного чаепития. Спасибо, что были со мной. Жду вас на новое видео. Всем пока-пока!